Польза реализации проектов, поддержанных фондом президента, очевидна. На не так давно открывшейся спортивной площадке в 6-м микрорайоне всегда многолюдно. А в рамках проекта там проходят спортивные мероприятия. Одно из них – тестирование нормативов ГТО. К нему уже успели подготовиться жители микрорайона. Эту площадку мы долго-долго ждали, и выиграв президентский грант, мы ее построили и сейчас реализуем на этой площадке все мероприятия. Площадка, грант называется, это спортивный квартал. Поэтому все мероприятия проводятся в спортивном режиме. Здесь у нас самое основное направление – это футбол. Это тренировки на спортивных тренажерах. И проводим мы их каждый четверг. Но детей и жителей здесь каждый день, вот сколько есть, это еще мало, потому что еще не вечер. Вот очень посещаемая площадка. Спортивный квартал, а речь идет о 14-м квартале микрорайона, довольно дружный, и взрослые стараются поддержать детей в физическом развитии. С появлением площадки поняли, здоровье нужно укреплять, и условия есть. Я для себя приняла решение, что хотя бы нужно заняться элементарной физической подготовкой. Чисто для себя. Вот. Это я здесь поняла. То, что я после рождения детей, можно сказать, этим не занималась. Людмила, как и другие, в этот вечер качала пресс, выполняла наклоны и участвовала в смешанных передвижениях с учетом возрастной категории. Не все давалось легко. Ну, кое-что тяжело, кое-что, конечно, сложно, потому что спортом как не занимаешься, чисто ведешь нормальный образ жизни, живешь, работаешь, вот и все. Ну, тяжеловато, особенно пресс. Всего в этот день в тестировании своих способностей участвовали более 40 человек – дети, их родители и все, кто пожелали проверить себя. В следующий четверг у них будет возможность пройти другие испытания – прыжки в длину и отжимания. А уже после каждый получит свой знак ГТО. Кстати, многие претендуют на золото. Осталось 9 кругов!